Итак, всем здравствуйте, с вами Тамплиер, и мы начинаем наш Let's Play с вот такого значка Unity. Да, это обещает, что будет что-то очень офигенное, и это Horror Forest. Да, я наконец-то начинаю записывать хоррор, потому что, ну, скучно уже все, и довольно-таки давно я не писал Let's Play, поэтому первый коммент был от Анастасии в моей группе, и было предложение снять хорроры. Я скачал Horror Forest, и поэтому он сейчас фиг знает, сколько будет грузиться, пока я это уже говорю. Я не знаю... О, нужно было тыкнуть экран, оказывается. Фак! Так, и мы начинаем. Глава первая. Насколько я помню, тут нужно найти спички, бензин и лодку, типа, чтобы слинять с этого острова. Итак, у нас начинается вот-вот, все темно, все по-дикому лагает. В настройках ничего походу нету, а не вот есть settings. И давайте лагайте brightness на максимум, fog disabled, и траву, и туман убираем. Так, и controls. Position в самый низ. Хейк чуть-чуть повысим. Ну, о, есть. Бэк. Ну и вроде бы у нас все сохранилось. Итак, стартуем глава первая. Надеюсь, выключение травы хоть как-нибудь повлияет на производительность. Хотя я в этом довольно-таки сильно сомневаюсь. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как залагало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, не надо нам таких лагов. Итак, мы оказываемся вроде бы на острове, где творится хрен знает что. Так, чуть-чуть поднимем фонарик. Ой, ёлки-ёлки-ёлки-ёлки. Вот это дерево меня уже напрягает. Не-не-не, лаги жуткие, поэтому, не знаю, снимать как-то не особо в кайф мне. Так, сначала пойдем налево. Так, чуть-чуть правее, чем лево. Так, и опять налево. Я буду тут бродить фиг знает сколько, пока не пройду первую главу. Конечно, я в конце концов привыкну к таким лагам и... Блин, нет, это невозможно с такими лагами играть, честно. Но, дорогие зрители, подписчики, оставляйте комментарии, что, ну, видео именно на Ютубе, не в видеозаписях ВКонтакте. Довольно-таки сложновато что-то фильтровать в аудиозаписях. Лучше, если вы будете писать мне в комменты на Ютубе. Также ставьте лайки под видео в Ютуб, не только ВК. Потому что вроде бы и в группе 114 человек ВКонтакте. На YouTube-канале 186 подписчиков. Нет, стоп, 180 было последний раз, когда я смотрел. То 176 у меня перепуталось. Но все равно комментов нету, лайков нету, активности практически нету. Так что давайте, люди, активнее! Такое ощущение, что группы начинают умирать у меня просто на глазах. Да, так. Воу. Какая-то записочка и туман. Хотя я его выключал. Can't run. Так. Бумага собрана. Так, теперь, ёлки, меня напрягает этот туман. Так, все, ладно. Так, тут еще что-то может быть. Не, тут просто кукла Вуду. С развязанной ниткой. Насколько хватает моих мелких познаний в такой фигне, развязанная нитка это вроде бы вспарывание или что-то такое. Так, мне очень не нравятся эти лаги, потому что
Если будет какой-то крик еще и с лагами, это будет более ржачно, чем страшно. Так, все равно я буду переться вперед. Так, бумагу мы нашли. Нам нужно найти еще какую-нибудь фигню. Пойду я в тот дом. Ох, ненавижу эти лаги. Если бы я играл без записи, было бы нормально, но честно, так, по всей логике должно быть что-то здесь. Так. Так. У меня такое жопочующее ощущение, что на меня сейчас что-то должно наброситься. А ни чертей тут нету. Ни чертей вообще. О, какая-то фигня. Нам вроде бы или бензин, или зажигалка. Да, дизель. Он же и бензин. И нужно найти, кажется, спички или что-то типа того. Ну, я не знаю. В принципе, два предмета из трех, если я помню правильно в описании, мы нашли. И ёлки. Атмосфера леса классно передана. Но, честно, меня реально напрягает. Ссылочка на хоррор будет на моем сайте, о котором вы забыли вообще. Сайт никто не проверяет, хотя, да, не отрицают, там ни чертей сейчас нового не появляется. Он вообще не развивается. Я думаю, кстати, все-таки вот этот день сейчас, сколько у меня тут? Сейчас по моему местному времени без 10 час, и хотелось бы этот день выделить полностью на вот это издевательство над сайтом. Воу, какие лаги! Полегче, лаги. Так, это, походу, то место, откуда мы и пришли. Палатка уже сбита. Одна или она и была сбита. Так. И ни черти нет. Самое интересное. Так, теперь нам нужно что-то еще искать. Ёлки. Вот, ну, честно, атмосфера леса классно передана. Должна за нами еще... Ой, это ж вспомнишь, вот и оно будет по-любому сразу. Должна девчонка из звонка такая за нами бегать. И не дай бог она сейчас начнет появляться, так как я уже довольно-таки долго умудряюсь бродить по этому чертовому лесу. Так. Где мы не... Твою ж мать! Вспомнил говно, вот и оно. Game over. Да, так обидно, я не прошел первую главу. Мне, честно говоря, лень все это продолжать. Вот такая была игра Forest. Ну, в принципе, там нужно найти вроде бы еще спички, но мне лень их находить, так что все остальное будет позже. С вами был Тамплиер. Всем удачи и до новых серий. Заходите на сайт, там будут ссылочки на все игры. Все, всем удачи. Ох, блин, не, ну реально стремновато. Сука, пиздец. Ох, так, это фейланутая.